Для многих жителей Староскольского городского округа газета «Зори» – самый привычный источник информации, а значит, важнейший. Чтобы подписка на «Зори» была доступнее, первый заместитель генерального директора, директор по производству компании «Металлинвест», депутат Белгородской областной думы Андрей Угаров оказал изданию материальную поддержку. О льготной подписке на городскую газету – сюжет наших коллег из пресс-службы ОМК. Веселыми народными песнями встречал посетителей ансамбль «Заваленка» на пороге редакции газеты «Зори». При поддержке депутата Белгородской областной думы Андрея Угарова стартовала льготная подписка. В коридоре редакции очередь из верных читателей. Газета очень интересна, но редко выходит. Хотя бы пару раз. Ну что, один раз, ну маловато. Вот, очень много новостей, очень узнаем из этой газеты. Благодарны всем работающим, тут стараются, разукрашена такая нарядная газета, красивая. И не могу я, чтобы не подписаться. Каждая помощь пенсионерам ценна. Для многих подписчиков газета «Зори» является предметом первой необходимости, возможностью узнавать новости города, изменения в законодательных актах. Льготная подписка – это поддержка и для творческого коллектива редакции газеты «Зори». Сегодня у нас отличный день. Мы открываем льготную подписку от депутата областной думы Андрея Алексеевича Угарова. Мы были на 100% уверены в том, что этот человек не откажет в льготной подписке, потому что он всегда стоит на стороне социально незащищенных жителей. В любой ситуации, когда бы мы ни обращались, он всегда нам помогает. За этой крепкой спиной мы чувствуем себя уверенно, как, я думаю, и все вот эти наши читатели. Пресс-служба ОМК для телекомпании «Мир Белогорья».